200 верст каких-то к югу, там, наверное, все в порядке, а над нами хороводит белых вьюг веретено, крутят черти центрифугу, так что всех широт осадки, или где-то на подходе, или ломятся в окно. Под такой кошмар кромешный благодать сидеть за чаем, да с лимоном, да с брусникой, да с хорошим коньячком, чтобы пел сверчок беспечный, чтобы ходики стучали, и вальяжный кот мурлыкал на плечах воротничком. Только ходики стенные, так же, как сверчок запечный, так же, как и кот вальяжный, в нашем доме не живут, да и нам в края иные литер скорый обеспечен, а в какие и не важно, так как нас нигде не ждут. Дорогая, сядем рядом, как в творении известно, раз к тому располагает в юге бешеной нытье, опрокинем рюмки с ядом и какую-нибудь песню, от которой сердце тает, помурлыкаем вдвоем. Нет, не весь еще бездарно, цикл наземный нами пройден, к магистралям поднебесным примиряться ни к чему, жизнь хотя бы фрагментарно корректируется вроде. Лишь погода, как известно, не подвластна никому. Врут диджеи и губошлёбы, что циклон уже уходит. В законной круговерти просветления не на грош. Сын ошибок трудных, оп, говорит, что хороводить будут еще долго черти. Нечисть.